Всем-всем привет! Сегодня я буду вам покажу, какие у меня растут оливки. Всегда вожу туда и не показываю, что же я вырастает у меня. И как я готовлю оливки, закрываю, чтобы их потом кушать. Вот у меня такая банка. Сейчас покажу ее. Вот эта бутылка от чая. Да, такой вот чай. С большим горлышком. Вот здесь вот, чтобы, как сказать, оливки туда пролазили. Они, вон, видите, крупные, в простую бутылку они не залазят. Такие оливочки. Как я делаю? Я собрала оливки, отобрала их все, самые красивые, самые крупные, самые хорошие, да, вот. Чтобы они не были, ну, как сказать, когда собирают, их стукают вот так, чтобы они опадали. Я их собирала все ручками. С мужем один день ездили и собирали вот такие хорошие оливки, да. Закладываю вот в эту бутылку. Если у меня, например, кончились бутылки, я ложу в большую такие, в большие такие емкости. И засыпаю солью. Называется здесь худролати. Не такая мелкая соль, да. И засыпаю солью такой толстой, большой, такой вот, как сказать, крупного помола соли. Вот, засыпала и оставила. У меня это оливки оставлены с декабря месяца. Я их в декабре собирала, сейчас я их открываю. Они уже готовы вот в этой бутылке. Здесь они уже соленые и самые получаются самые вкусные. Сейчас я выложу здесь вот сюда, вот, да, в дуршлаг, вымою их и будем смотреть, что делать дальше. Ну вот, вытащила я их. Вот видите, они у меня какие вот такие вот. А вот эти вот маленькие, сувал их туда, денусь. Вот эти большие, они очень вкусные, называются сорт халки дикие. Они очень такие вкусные, большие. Сейчас это мы все промываем хорошенечко водичкой. И я положу в банку, засыпав солью и уксусом. И через 2 дня это можно будет кушать уже все. Это уже готовое, они уже вкусные, они уже готовые. Где вы такие найдете оливки? Вот такие вот, вот видите. Вот такие вкусные оливочки. Все, вот этот мой способ приготовления оливок. Получается очень вкусно и аппетитно. Я ложу везде в салат и кушаем так. Обалденно вкусно. Сейчас попробую. Вкусненько. Даже вот сюда соли не надо. Я просто добавлю уксус, потому что соли здесь достаточно. Перед тем, как ложить, вы должны попробовать, естественно, сколько вам соли надо. Вот, я сложила их сюда в боул. Вот такие вот еще есть, называются они каламон. У них здесь вот такой носик. Очень-очень вкусный. И сейчас я залью сюда уксус. Вот, он будет готов. Попробовала. Так, заливаем, да, уксус сюда, в этот боул с водой и с оливками. Пробуйте, если вам соли много, можете положить снова в водичку, и соль уйдет. Вот так готовлю я оливки. Просто, легко и вкусно.